Всем привет. И поставил я видео по быстрой зарядке от телефона. И много отзывов было, что это подделка, Китай, ну и так далее. Всякая такая вот дискуссия по этому поводу. Ну, в общем, я его разобрал, винтики раскрутил, все раскрутил, чтобы не тратить время. Значит, эта крышечка снимается на клипсиках. И вот где-то тут они находятся, вот они. Вот, значит, здесь мягенькое такое покрытие. Эта крышечка на четырех болтиках. Я ее тоже снял. Вот. Внизу находятся три вот этих вот электронных, электромагнитных катушки. Я в этом особо не разбираюсь. Вот. Но факт в том, что вот так вот оно выглядит внутри. Значит, раскрутив вот эти еще четыре болтика по бокам, я могу вам показать. Я не знаю, опять же, подделка это не подделка, но как можно здесь видеть, здесь находится, да, вентилятор, причем написано это все тут на английском, не на китайском. Вот, вентилятор, ну вот, сами видите его маркировочку, тихо, спокойно, контактики, вот они. Насчет мозгов не знаю, что тут еще есть, какие платы, какие микросхемы. Но факт в том, что вентилятор здесь есть. Вот, давайте я сейчас быстренько закручу, и мы с вами еще пообщаемся. Вот, значит, как я сказал, уже вентилятор есть. Насчет того, ребята, что, как пишут мне, автор не показал, как она заряжает телефон быстро либо медленно. Уж простите, я вам показать этого не могу, потому что снимаю я, конечно же, на телефон. Вот, если кому будет очень просто интересно, и кто-то мне очень не верит, что это все-таки зарядка быстрая, то как бы попросите мне в личку, как говорится, напишите в комментариях, и я вам с удовольствием пришлю видео о этом, ну, о том, как я заряжаю. Я просто-напросто возьму телефон жены, вот, и просто-напросто сниму для вас такой видосик. Ну, вот, как-то так. Все, что я хотел вам показать. Зарядкой очень доволен. Долгое время у меня она уже работает. Опять же, оригинал, копия я не знаю, но, по крайней мере, заряжает она чудесно и без никаких проблем. Ну, в общем, как-то так, ребята. Все, пока, пока.